такое количество взрослых эти коридоры не рассчитаны. В 158-м детском саду сегодня много гостей. С проверкой приехала Ольга Баталина. Здравствуйте. А кормят в садике хорошо? Ты кушаешь? Да. На повестке дня очереди в детские сады. По словам Ольги Баталиной, проблему нехватки мест решат в том числе дополнительные группы. Вариант самый экономный. Правда, малышам придется потесниться. Здесь у нас откроется группа вместимостью на 20 человек. Этот физкультурный зал мы перенесем туда, где сейчас музыкальный зал. В этом саду мест для новичков тоже не хватает. Чтобы они появились, спортивный зал объединят с музыкальным. В новых спальнях появятся кровати-трансформеры. Здесь будет перегородка или вы будете делать? Нет, мы будем просто в ограничении зоны делать. То есть у нас часть группы будет игровая зона, часть этого помещения будет спальня. Ремонта ждет и 216-й сад. Переместить решили детский театр. Благодаря этому здесь дополнительно примут 80 ребят. Несколько лет назад, 8-10, когда мы наблюдали спад рождаемости и часть помещений в детских садах была не востребована, естественно, эти помещения использовались для открытия спортивных залов, то есть разделения музыкальных и спортивных залов, для открытия отдельных кабинетов музыкальных руководителей, логопедов. Сегодня, когда существует такая острая проблема очередности, естественно, мы, проводя ремонт в этих помещениях, возвращаем им былое назначение. За 5 лет реализации целевой программы очередь в детские сады Саратова сократится на треть. Сейчас мест не хватает 7000 малышей. Кристина Трушина, Валерий Богословский. Новости. Телеобъектив.